Добрый день, с вами Татьяна, всех с великим праздником Пасхи. Вот мы сейчас на даче второй день. Вот. Хочу показать, что у меня тут цветет. Цветут у меня вот такие вот маргариточки. Телефон не отсвечивает, не знаю, видно, нет. Вот. Сейчас у нас Никуся спит. Все у нас тут хорошо. Сейчас покажу еще, что цветет. Вот такие вот красотулины цветут. Не помню, как они называются. Сажала семян, памяти вообще никакой нет. Здесь тоже. Вот они, две куртинки тоже цветают. Такие вот хорошишки. Вот. Думала сегодня порядок навести. Муж сказал, праздник большой. Нечего говорить, ничего делать. Плюс у меня сегодня день рождения. Сразу два праздника. Вот. Сейчас покажу, что у меня взошло в теплице. На улице хорошо, ветер теплый. Вот. Хожу в халате и в куртке, в калошах. Так. Вот мы с вами зашли в теплицу. Так. И что у меня взошло? Взошла у меня капуста белокочанная, московская, поздняя. Отлично взошла. Купчиха взошла. Так. Потом взошла. Так, это что у меня? Ой, забыла. Забыла. А, это у меня взошла сахарная голова. Тоже чудесно взошла. А вот она тоже взошла, но кто-то ее пожевал. Это цветная капуста, русский размер. Вот. Капуста русский размер, но прямо она что-то какая-то хиленькая. Как будто ее кто-то пожевал. Также взошла редиска, два рядочка. Редиска отлично взошла. Здесь взошла рукава. Вот. А укроп, к сожалению, вот зашел, ну так чуть-чуть. Чуть-чуть, да, есть укроп. Немножко, ну уже как бы полить надо. Завтра буду пропалывать здесь все, убирать таблетки. Вот. Эти какие сорняки уже. Вытаскивать отсюда бочки. Приводить теплицу в порядок. Все вот это вот дело, безобразие убирать надо. Причем хочу заметить. Вот то, что я сажала, это, по-моему, 5 марта, когда мы здесь были. Я не укрывала ни спанбондом, ничем. И вот так оно у меня и есть. В теплице. Сейчас посмотрю, сколько градусов. Но тут очень душно. Прям очень душно. Это гусеница. Не гусеница, не пойму. Да, какая-то гусеница. Так. В теплице сейчас 28 градусов. То есть очень жарко. Завтра тогда еще пролью водой укроп. Вот. Значит, завтра мне надо пособирать весь сушняк. Как раз пожжем его. Розы тоже вот нормально перезимовали. Дали росточки. Все хорошо. Тоже это все убирать надо. Тут порядок наводить. Одна роза у меня все-таки вымерзла. Вот. Вот здесь у меня зашел чеснок в конце грядки. Так, тут зашел чеснок. Тоже клубнику надо в порядок привести. Но я думаю, эту клубнику вообще отсюда убрать. Это ремонтантную. Здесь вот вся гряда в чесноке. Все четко взошло, все хорошо. Так, хочу завтра убрать полностью вот этот вот лук. Не очень мне понравился. Стрелы у него тонкие. В общем, не хочу его. Я сюда посажу батон с белым пером. Ну, с белой жопкой. И с красной жопкой. Хотя тут у меня еще и такой батон тоже растет. Еще я подсеивала. Шевелек у нас растет. И уберу я, наверное, вот эту вот петрушку. Тоже не хочу. Петрушку мы едим плохо. Может быть, рядочек кучерявый посажу. Вот.
Так, в принципе, сухо, ходить хорошо. Если кто помнит, в том году я же доски сюда клала, чтобы как-то залезть. Сейчас ходить прекрасно, ничего не липнет. И вот эту вот землянику я буду все-таки убирать с этой гряды. Ну, еще под вопросом. Может быть, оставлю, почищу ее, оставлю. Либо уберу, посажу там, где дуй. Вон, грядочки у меня все, в принципе, подготовлены. Здесь вот в том году осенью сажали клубнику, все прижилось. Тоже тут порядок надо навести. Тут же у меня чеснок сидит. Вот. Муж у меня сейчас собирается разводить костер. Хочет сделать картошку с мясом в казане. Вот. Тут, конечно, немножко у нас воды стоит. Вот. Ну, в принципе, в калошах. Ну, здесь вот низинка. Ну, в принципе, в калошах нормально ходит. Такой сильный. Прям вот воды нету. Вот если видно на видео, там у нас более высокий участок, а здесь низина, поэтому здесь подольше вода стоит. Но она нас сильно не тревожит. Тут планируется стоянка, баня. Здесь уже не принципиально. Все со временем будет хорошо. У нас дальше всего 5-й год с нуля, с пустого участка, с бурьяна. Вот. Что-то в почке надо все это пожечь, завтра будет. А так все хорошо. Муж клубается, готовит мангал к огню. Вот. Погода чудесная, солнышко, тепло, хорошо. В общем, вот такие вот дела у нас на даче. Вот. Ну ладно. Еще раз всех с Пасхой. Меня с днем рождения. Всем пока.